Утром просыпаюсь, на заборе плакат повесили. Друг, пора тебе отдыхать на Бермудах. И номер телефона. Думаю, смотри, как о нас стали заботиться. Решил позвонить. Алло, Бермуды? Сидоров беспокоит. Вы написали в рекламе, что мне пора у вас отдохнуть, я готов. Когда вы меня сможете послать? Этот ихний бермудинец как начал меня посылать. Минут 20 посылал, аж охрип. Даже говорил что-то про мою маму. Ну, видимо, хотел пригласить всю семью. Не, хорошая у нас реклама, не обманывают. Позвонил, тут же послали. Ну, чтобы на шорты не тратиться, взял я трусы тещины белые с начесом внутри. Написал на них «Бермуды». Сзади поместилась только «Бер». Остальное пришлось перенести наперед. Погладил, одел. Тепло. Выхожу из подъезда, на небе солнце, на шортах стрелки. Около подъезда стоит участковый. Я говорю, товарищ капитан, вот отлетаю на Бермуды. Капитан глаза вытаращил, почитал. Беда. Наркомания не щадит даже слабых на голову. Ладно, прилетишь, поговорим. Иду по двору, два пацана стоят. Один говорит, отец, у тебя на трусах типа чистая опечатка. Я говорю, козленочек, ты типа чисто научись сначала читать. Второй пацан говорит, козел, научись сначала писать. Какой еще мудыбер? Мимо женщина проходила, говорит, мудыбер? Мужчина, что ж вы такое рекламируете? Мудыбер. Запишите мой номер телефона. И иду дальше в магазин. Мерседесы продают. И в витрине реклама. Друг, твой Мерседес мы приготовили. Забери его. Захожу в магазин. Охранник мои шорты как увидел. Громко так щелкнул головой по паркету. Продавцам мои шорты тоже понравились. Смотрят, улыбаются, но близко не подходят. Я говорю, я к вам с приветом. Продавец говорит, вижу. Я говорю, узнали? Я тот самый друг. Вы просили забрать Мерседес. Где моя машина? Он говорит, а вы до этого что водили? Я говорю, ну, в детстве хороводы водил. Для вас есть прекрасная модель. Белый цвет. Просторный салон. Я говорю, а машина с наворотами?
Он говорит, а как же сбоку фара? На фаре красный крест. В салоне кушетка. И ждать недолго, подгонят мигом. Через 2 минуты сирена, скрип тормозов. В магазин заходит мужик, с ним 2 тёлки, все в халатах. Сервис. Мужик говорит, на Бермуды сам поедешь или... Говорит, ты что, псих, что ли? Конечно, сам, меня там давно ждут. В машину сели, тёлки говорят, вам подарок от нашей фирмы. И рубашку на меня одели. Я говорю, а чё рукава такие длинные? Она говорит, ну чтоб ручки под колеса не попали. Я спрашиваю, а кто у вас там сейчас на Бермудах отдыхает? Тёлки говорят, народу тьма. Едем, смотрю, стенд написано, психбольница, 2 километра, а внизу вот так вот, братцы, пора жить как люди. И номер телефона. Я говорю, девочки, остановите, я позвоню, скажу, что я уже... Они говорят, ну, с Бермуды позвонишь. Вчера залез на крышу, стал читать рекламу. Купи квартиру за 15 миллионов, бейсболка в подарок. Да никуда я с этих Бермуд не уеду. Сами живите в вашем сумасшедшем доме.